Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее возвращение рубрику без модов. Да, ребята, давненько у нас уже не было этой рубрики, и я надеюсь, то, что вы ее ждали. Сегодня, ребята, мы будем учиться действительно чему-то необычному. Сегодня мы будем делать реальное лего в Майнкрафте без модов. Да, ребята, полностью без модов, только с одной командой. Да, ребята, я буду очень сильно рад, если вы влепите большой палец вверх. Давайте, ребята, мы попробуем набрать 5000 лайков на вот этой серии. Я верю, ребята, то, что мы сможем это сделать. Я сразу же узнаю то, что вы хотите больше серий с этой рубрикой. Я, ребята, буду их выпускать как можно чаще. Набираем 5000 лайков, ребята, я сразу выпускаю новую серию. Да, ребята, не ленитесь. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый победитель для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, ребята, пишите свои комментарии. На самое интересное я, как обычно, буду отвечать. Да, ребята, сейчас мы будем приступать к самой команде. В первую очередь, кто не помнит, нам нужно выдать себе командный блок, который выдается с помощью вот такой команды, которую сейчас вы видите в чате. Выдаем и ставим, ну, допустим, куда-то вот сюда. Прописываем команду, которая находится в описании. И в описании ее создатель Красный Инженер, если я не ошибаюсь. И да, ребята, сейчас мы нажимаем тут всегда активно, чтобы наша махина всегда работала. Нажимаем готово и ждем, пока вся машина построится. Ждем появления последнего блока. И как видите, ребята, все у нас замечательно построилось. Без модов команда была установлена в ваш мир. Сейчас, ребята, мы тут можем прописать set world spawn возле нашей махины, для того, чтобы она не лагала и работала в любом уголке вашего мира. Да, ребята, все замечательно, наша машина была установлена. И что самое главное, ребята, сейчас мы можем создавать собственные лего. Дождь, уйди, ты нам не нужен. Мы можем создавать собственные лего в Майнкрафте. Не какие-то заготовочки, а вы сами можете создавать какие-то мини-мини-миниатюрные постройки в вашем мире Майнкрафта. Ребят, давайте мы подробно все разберем. Вот этот блок, а вот этот командный блок нам пригодится. Вы можете таскать его с собой или можете каждый раз возвращаться к этой машине, потому что он нам пригодится в будущем. Вы его можете скопировать, нажав колесико мышки, тогда вы просто скопируете вот этот блок. А если вы нажмете Ctrl и колесико мышки, то вы скопируете этот блок уже со вставленной командой, которая, ну, команда, которая находится в нем. Это, ребята, нам пригодится, запомните, как это все делается. И, в принципе, все, вы можете оставить вот эту махину. И давайте мы, ребята, отправимся в какой-то домик. Вот у нас тут что-то есть, я не знаю, сойдет ли нам. Ну да, пускай будет, ребята. Вот этот домик. И давайте, ребята, мы сейчас будем разбираться, что же мы можем чудить в нашем мире Майнкрафта с помощью вот этой команды. Давайте, ребята, мы разберемся. Этот блок поставим сюда, потому что, ну, лучше он будет тут стоять, и он нам не будет мешать, да. Но, знаете что, мы еще вернемся к нашей машине, потому что нам, ребята, нужно взять все итемы, которые тут находятся. Я потом, ребята, все объясню, что и как делается. В первую очередь, вам нужно знать только это. Этот блок ставит лего, эти блоки удаляют лего. Все. Вам больше не нужно, ребята, ничего знать. Вот эти все три разные блоки, это зависит, сколько вы количество лего хотите удалить. Ну, это, мне кажется, как-то вообще бессмысленно. Ну, да ладно, ребята. Допустим, вы хотите создать лего. Вам нужно поставить вот этот лего-брик, допустим, вот сюда. И, как видите, ребята, у вас появился такой маленький блок. Если мы сравним обычный блок Майнкрафта, вот это обычный блок Майнкрафта, а если мы сравним вот этот, то, в принципе, разница заметна сразу, да? И допустим, если вы хотите построить обычное дерево, что вы будете делать, ребята? Вы возьмете 1, 2, 3 и начнете ставить листву, то есть, ребята, вот так. И это у вас обычное дерево, да? Да, вот, это у вас обычное дерево. А если вы хотите построить мини-дерево, то я, ребята, сейчас вам объясню, как это все делается. Давайте мы построим вот тут на улице. Мы ставим, ребята, вот этот лего-блок. И давайте, знаете что, давайте мы заберем вот эту... вот это командный блок, потому что, как я уже говорил, он нам пригодится. И поставим его, допустим, вот сюда, да. И смотрите, мы хотим построить тоже дерево, только с лего. Что нам, ребята, нужно? В первую очередь, смотрите, вот эти все... Вот эту менюшку в вашем чате. Что это такое? Вы, ребята, можете двигать вот этим блоком. То есть, смотрите, вы можете передвигать его вверх. Вот вверх, вниз. Вы можете его передвигать вперед, влево, вправо, назад, хоть куда, ребята. Когда вы, вам ясно то, что вы, допустим, хотите оставить этот блок тут, вы нажимаете на вот эту галочку. Он остается, или на вот этот крестик, чтобы его убрать. Нажмем на галочку, он успешно был поставлен. На этом месте появился еще один блок. Ставим, поставили еще один. Появился еще один, ставим. Как видите, ребята, это все замечательно работает. Чтобы убрать вот эти все блоки, клацаем вот этим яичком. И как видите, они начинают убираться. Вот этот я сейчас поставил. Ну, все начинают убираться, только почему-то, а если мы его вниз спустим, да,
Ага, то есть его, наверное, нужно как-то странно. Ну да ладно, ребят, смотрите, что мы будем делать. Мы сейчас ставим доски. А если, допустим, мы не хотим доски, а хотим построить вот такое дерево? Для этого нам пригодится вот этот командный блок. Мы заходим в него, и вот тут, ребята, где у нас написано planks, доски, мы ставим, ребята, log. Это означает то, что вместо досок мы, ребята, сейчас уже будем ставить... вот, давайте мы сюда поставим. Вот давайте сюда поставим и... А, я знаю, наверное, почему. Потому что у нас слишком много вот этих блоков. Давайте вот так мы, ребята, сделаем. Вот, как видите, да, я удалил, и все, ребята, поменялось. А, допустим, мы хотим сделать дерево вот тут. Да? Давайте мы попробуем убрать вот эти все блоки. Почему-то они не убираются. Я не знаю, ребят, почему. По идее, они должны убираться. По идее. Но, как видите, что-то не работает. Ну да ладно, ребята. Мы хотим построить дерево. Ставим один блок. Поднимаем. Ставим другой блок. Поднимаем. Ставим третий блок. Все, ребята, как видите, у нас уже есть ствол дерева. Сейчас, ребята, мы хотим сделать листву. Как у нас называется листва, вам нужно посмотреть. Leaves, да? Мне кажется, если я напишу просто leaves, вот так, то будет оно работать или нет? Да, как видите, ребята, у нас появилась листва. Ставим ее вот сюда, ставим влево, то есть вправо. Потом назад. И как видите, ребята, смотрите, что вы сейчас можете делать. Вы можете ее передвигать в любом направлении, куда вам только захочется. Вот смотрите. И мы ее ставим вот так, как в принципе на обычном дереве, да? Сейчас давайте поставим ее в центр. Все готово, ребята. Финиш. Нажимаем вот тут завершить. И наша постройка, ребята, завершена. Как видите, вы видите... А, давай... О, сейчас я могу убрать вот это. Ага, я убрал вот тут, но я не убрал вот тут. Поэтому, ребята, вот. Сейчас убрал. Запомните то, что всегда нужно завершать свою построечку, чтобы вы не лоханулись, так как я сейчас лоханулся, потому что, как вы, ребята, заметили, я изначально не завершил вот ту постройку, нашу первую. Что-то сейчас не хочет ставиться, мне кажется, потому что тут нужно поставить вот такие досочки. Твою мать, а. Вот, все, ребята, это очень запутанная система, поэтому нужно быть внимательным, что вы, ребята, делаете. Ставим еще раз доски и сюда пишем, ребята, лог. Вот, вот так, лог. Да, сейчас ставим 1, 2, 3. Я еще раз повторю, чтобы вы, ребята, запомнили. Сейчас пишем листва, leaves, вот так. Поднимаем еще один вверх, ставим. Потом, и потом, ребята, это все делаем вот так по кругу, как я только что вам объяснил. И таким образом вы, ребята, можете построить себе вот такое красивое мини-дерево, мини-какое-то лего-дерево. Как видите, ребята, это действительно очень даже круто выглядит. Нажимаем тут финиш для того, чтобы закончить, и все. Как видите... Как видите, два одинаковых деревья, только немножко разные размерчики. И сейчас, ребята, давайте мы вместе с вами попробуем построить какой-то маленький-маленький домик, если у нас, конечно, это получится. Давайте мы его построим с каблстона. Давайте пропишем тут каблстон, вот так, и поставим куда-то, да, прямо возле тут, возле нашего дерева, да? Допустим, будет вот так, ребята. Да, этот блок нас устраивает. Ставим вот сюда, поднимаем, ставим вот сюда, поднимаем, ставим вот сюда. Потом двигаемся вперед. Тут у нас будет какое-то, ребята, окошко. Давайте сделаем тут окошко. Ой, нет, не туда, не туда. Немного запутанная система, действительно. Хоть, в принципе, все очень просто, но не можешь так разобраться, знаете, сразу. Потому что, действительно, как-то немного сложновато. Вот. Одну часть дома мы сделаем. Сейчас, ребята, сейчас давайте мы сделаем сюда. Вот, вот так. Тут поставим. Тут. Нет! Не то я хотел. А, можно убрать, замечательно. Поднимем еще наверх. Перейдем вот сюда, поставим. Перейдем вот сюда, поставим. Вниз, нет, не сюда, вниз поставим. И вот сюда поставим, да, замечательно. Тут еще один. Нет, опять не туда поставил. Как же это запутано. А, нет, сейчас. Что-то не то. Вот, вверх, назад. Нет, так, вот. Успокойся. Вверх, вот. Вот, зашибись, да, ребята? Нужно смотреть направление туда прямо, чтобы блоки тоже передвигались в том, ребята, направлении. Ставим вот сюда, ставим вот сюда и ставим вот сюда. Сейчас вниз ставим и еще раз вниз ставим. Нет, сейчас не нужно вниз ставить. Сейчас, ребята, двигаем назад, еще раз назад. И, ребята, смотри, какая у нас уже стеночка готова. Сейчас, ребята, давайте двигаем быстренько вот туда. Пойдем вот сюда. Да. Да, и да. Вверх, вверх. Нет, вниз поставим. Вверх, да, сюда,
Да, сюда и вниз. Нет, не сюда, а вот вниз. Вот так, ребята. И смотрите, наша коробочка уже готова. Сейчас, ребята, нам нужно поставить стекло. Глаз. Давайте поставим глаз. Вот так. Я надеюсь, то, что оно будет работать нормально, да? Да, как видите, ребята, действительно все нормально работает. Поставим сюда. Поставим сюда. И вот сюда. Нет, не... Вот, вот, замечательно. Сейчас, ребят, давайте перейдем в другую сторону, то есть туда, куда нам нужно. Вот сюда, да? И вот сюда. Замечательно, ребята, наш мини-домик уже готов. Давайте я включу день, чтобы было лучше видно. И сейчас, ребята, давайте мы таким же образом быстренько сделаем крышу. Допустим, я не знаю, ребята, допустим, с тех же досок, да? Давайте быстренько сделаем с тех же планкс. Вот так. Как вы, ребята, видите, у меня, в принципе, все нормально продвигается. Я потихонечку продолжаю строить крышу нашему дому. Ах ты дождишка, не вовремя. Поэтому, ребята, это действительно замечательная команда. Вы можете баловаться этой командой и строить все, что вам захочется. Вот прямо все. А вы просто представьте, ребята, как вы можете украшать ваш дом. Вы же можете себе строить там все, что вам только захочется. Вы даже можете построить вот такой мини-дом у себя где-то в настоящем доме в Майнкрафт. Допустим, где-то на столе. А почему? А потому что вам просто захотелось иметь вот такой маленький дом у себя в настоящем доме в Майнкрафт, просто как какое-то украшение. И вы действительно можете себе это позволить, потому что это очень просто, ребята, делается. Дайте-ка я уже наконец-то вот эту крышу дострою и надеюсь то, что мы закончим. Давайте, вот знаете что, давайте еще вот тут быстренько. Один, два, нет, не туда, а вот сюда и вот сюда. И вот, ребята, такой у нас домик получился. Хоть я двери не поставил, потому что мне кажется то, что дверь будет сложновато поставить. Вот давайте попробую. Дор вот так. Мне кажется, то, что двери не будут работать, потому что это уже какая-то слишком маленькая, если я Doors напишу. Это уже слишком маленькая текстурка, мне кажется, автор их просто не смог бы сделать, поэтому... Что-то мне кажется, ребята, двери у нас не будут работать. Да, двери у нас не работают, я могу тут, конечно, попробовать Oak Door, вот, допустим, Oak Door. Не, видите, двери, ребята, почему-то не видны. Мне кажется, автор этой команды просто не сделал вот такие мелкие детали. То есть, как видите, работают только вот блоки. Сейчас, ребята, мы нажимаем финиш, чтобы закончить нашу постройку. И смотрите, ребята, вот это настоящий дом, а вот это наш миниатюрный Лего-дом. Также вместе с этим деревцом. Ребята, мне кажется, это действительно очень круто. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. И, как я уже сказал, если вы хотите больше серий без модов, ребята, дайте мне знать. Давайте мы постараемся набрать с вами 5000 лайков. И я обещаю то, что я сразу же выпущу следующую серию без модов, ребята. Я верю в вас, то, что мы сможем набрать 5000 лайков. Ребята, этим вы меня поддержите, и также этим вы ускорите выход новой серии. Да, ребята, еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. И также, ребята, делитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Еще раз, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.